Повод для оптимизма есть у краснодарских водителей. В городе становится больше отремонтированных дорог. По улице Народной на участке от Лесной до улицы имени Евдокии Сокол уже обновили дорожное полотно и сделали разметку. Результат уже оценили автолюбители. Хорошо стало. Чем по ямам потом было ездить. И по воде. Сейчас ездишь по асфальту. Прекрасно. Шикарно. Очень замечательная дорога стала. Поэтому только плюс. Конечно, сейчас нравится. Ям нету, едем нормально. Хороший новый асфальт. На благоустройство дорог в Краснодаре в этом году из всех уровней бюджета выделили около 3,5 миллиардов рублей. Сумма беспрецедентная. Эти средства позволили развернуть масштабную кампанию по ремонту. Сделают около полусотни проблемных улиц.